О, нет, я ничего не успеваю. На меня столько всего навалилось, еще и так поздно встала. Забыла. Здравствуйте, ваш билетик. Проходите. Привет, Нана. Лена, я слышала, что у нас будет новенький. Кто он? Сама не знаю. Так, здравствуйте, ученики. Сегодня мы поговорим про импровизацию в разных выступлениях. Садимся на места. Ты читаешь прессу, читаешь. Забыл слова? Импровизируй. Ты танцуешь прекрасный-препрекрасный танец. Забыл движение? Импровизируй. Итак, ребятки мои, перерыв. Ну, короче, я такая подхожу к нему. Ты что, в него влюбилась? Да он же афроамериканец какой-то. Ой, Нана, не преувеличивай, все цвета кожи хороши. Сама смуглокожая, никто тебя не осуждает. Ну что, мы хотели на концерт? Да, конечно, но только после еды. Я ничего утром не ела. Да, я знаю, что первая серия начинается с предыстории персонажа, поэтому давайте познакомлю вас со мной. После 10 класса я съехала от родителей, чтобы учиться в прекрасном театральном универе, чтобы поступить на актера. О, я буду рамен и бургер. Окей, а я картошку фри. Ура, наконец-то мы здесь. А то я уже устала стоять в автобусе 11 остановок. О, тут мяч с группами. Кстати, это все бесплатно. Вау, бесплатно. Давай светяшки возьмем. Ну, давай возьмем. Давай включим их, когда наступит ночь. Отличная идея. Кса-а-а. Such a rare asset, not a lie. Hey! I don't want to come with señorita, but it's a COVID night, I don't need ya. Спасибо! Мы вас любим! Это странно, что даже к вечеру толпы не набралось, хотя популярная группа. Я с тобой полностью согласна. Как-то это очень странно. Вот и я дома. Эх, как же я хочу спать. Ура, я встала рано. Можно и приготовить себе завтрак. Ой, холодильник забыла закрыть, сейчас закрою. Ну что, приступим к трапезе. Что ж, сегодня компьютер не надо, надо взять книгу сценариев наших веков. И рюкзак тоже обязательно.
Так, и ключ. Здравствуйте. Здравствуй, Лена. Ты как раз вовремя. Эй, Лена. Может, встретимся сегодня?